Легенда о менюшских отроках едва не получила современное продолжение. В день, когда паломники вереницы тянулись через болото к Святому озеру, в тот самый лес ушли два мальчика из соседней деревни. Родители забили тревогу уже к ночи. Подростки домой не вернулись. Но, к счастью, в современной версии истории отроков из менюши счастливый финал. Поиски пропавших в лесу подростков начались уже ночью с 7 на 8 июля. Дети 12 и 14 лет заблудились в лесу по пути к Святому озеру. Ребят искали 69 человек-спасателей, было использовано 20 единиц техники. В поисковых работах принимали участие представители МВД, администрации Шимского района, облводообъекта, волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс» и местные жители. Поиск вели даже с воздуха. Утром в небо поднялся вертолет «Ми-8». Именно его экипаж в итоге около часа дня и обнаружил уставших и испуганных ребят на опушке леса. Спасатели доставили менюшских отроков в родную деревню. С ними пообщались следователи и соцслужбы. Никаких преступлений в отношении них совершено не было. Кроме холода и страха им ничего не угрожало.